Дан старт первого заезда приз имени Пермского конного завода для лошадей 4 лет Орловской рысистой породы. Дистанция 2400 метров. Бег по весу. Второй номер закат под управлением мастера-наездника Лизы Матусевича. Дистанция 2400 метров. Участники первого заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. Бег ведет закат, на втором месте Капель. Далее Казарка и замыкает Габриэла. За 34,7 секунды пройдена первая четверть дистанции. Участники первого заезда подходят к отметке второй четверти дистанции. Впереди по-прежнему закат. На втором месте Капель. Далее Казарка, замыкает Габриэла. Вторая четверть дистанции пройдена за 34,7 секунды. Бег идет без перемен. По-прежнему впереди закат. На втором месте Капель. Далее Казарка, замыкает Габриэла. Участники растянулись в спину друг друга. Бег ведет закат. Участники первого заезда подходят к отметке третьей четверти дистанции. За 35,7 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники первого заезда проходят перед трибунами. Второй номер закат. У него в спине Капель. Далее в спине Казарка. Замыкает Габриэла. Дистанция 2400 метров. Еще почти круг ехать участникам первого заезда. Идет приз имени Пермского конного завода для лошадей 4 лет Орловской рысистой породы. Очередная четверть дистанции пройдена за 34,9 секунды. Впереди по-прежнему закат под управлением мастера-наездника Лизы Матусевич. За 33,5 секунды пройдена предпоследняя четверть дистанции. Участники заезда выходят на финишную прямую. Лидирующая группа лошадей «Закат» и «Казарка». В борьбе на финишной прямой «Закат» и «Казарка». «Казарка» выходит вперед. «Казарка» выигрывает первый заезд под управлением мастера-наездника Венера Абсолюта. Закат финишировал галопом к столбу. По финишной прямой шел неправильным ходом. Далее заканчивает дистанцию Капель.